Здравствуйте, это Dog News. Меня зовут Корги Элли, и я ведущий в этой программе. Итак, сегодня в заповеднике родились 4 черепашонка: Билл, Стив, Макс и Дэрил. Вся остальная гвардия черепах начали уползать. Случилось бедствие. Также на этой неделе проходила выставка собак. Участвовали различные породы, но случилось недоразумение. По ошибке чуть не наградили бульдога Буча. Но первое место занял корги по имени Рокки. Ну и последнее – это погода. Сегодня в Петербурге -1 и облачно. А в среду, в пятницу и вторник ожидается снег. Ну и на этом наши Dog News подходят к концу. Спасибо, что смотрели эту программу. Удачи в следующем выпуске!